Семинар был проведен по материалам кандидатской диссертации, соответственно, разделенный на две части: измерение спиральности нейтрино и измерение магнитного момента нейтрино. А измерение спиральности проведено нами прямо вот здесь, что называется, дома, в нашей лаборатории. Результат как бы достаточно дальнейший, но наконец-то мы вышли на как бы окончательный, подводим итоги, вышли на окончательный результат. По спиральности по магнитному моменту нейтрино эксперимент был проведен на Калининской атомной станции. Тоже вот окончательные цифры сейчас получены.